Многие режиссеры и сценаристы кино любят оставлять разные отсылки в своих работах. Оказывается, данным приемом любят пользоваться в том числе и аниматоры. Да и помимо этого, существует много других интересных деталей в мультиках, которые способен заметить далеко не каждый. Что скрывает курицы из «Побег из курятника»? Какую тайну Коко ты не заметил? Это канал Big Ideas, и сегодня мы расскажем о 6 секретных фактах о мультфильмах, после которых ты захочешь пересмотреть их заново. Почему большинство принцесс Disney с прямыми волосами? Первая кудрявая принцесса появилась лишь в 2012 году. Это была Мерида из мультфильма «Храброе сердце». До этого все героини Disney обладали исключительно прямыми волосами. И дело далеко не в том, что авторы не хотели создавать кудрявый образ принцессы. Скорее наоборот. Например, русалочка Ариэль изначально предполагалась именно с красивыми волнистыми волосами. Однако компьютерная графика того времени не позволяла осуществить задуманное. Технология появилась лишь в 21 веке. На протяжении нескольких лет для создания правильного образа Мериды создавался специальный стимулятор, предсказывавший поведение 1500 завитков. Сцена, где героиня снимает с головы капюшон и ее кудри разлетаются, создавалась более 2 месяцев. Ранее о такой технологии можно было только мечтать. Поэтому все известные нам принцессы Disney – обладательницы прямых волос. В чем кроется секрет успеха мультфильмов Disney? Нет такого человека, который бы не слышал и не смотрел хотя бы один из мультфильмов от Disney. И многих наверняка мучает вопрос, в чем же кроется секрет их ошеломительного успеха. Говорят, что причину следует искать в игрушке Микки Мауса. Буквально в каждый свой новый мультфильм студия прячет либо фигурку Микки Мауса, либо его очертания. Например, в «Зверополисе» игрушка спрятана в детской коляске. А в «Холодном сердце» ее можно найти на полке с посудой. Иными словами, Микки Маус приносит удачу каждому мультфильму Disney. И именно в этом многие находят причину успеха. Кстати, ставь лайк, если ты тоже смотрел мультфильмы от Disney. Белоснежка изначально была блондинкой. Оказывается, создатели мультфильма о Белоснежке планировали создать ее блондинкой. Однако в конечном итоге все же решили руководствоваться оригиналом сказки «Братьев Гримм», согласно которой волосы у девушки черны как смоль. Но и это далеко не все изменения, которые могли коснуться легендарного мультфильма. Гномам хотели присвоить совершенно другие имена. Их хотели назвать Прыгун, Грязнуля, Крикун, Коротышка, Лысый и Плохиш, а седьмого создатели так и хотели назвать просто Седьмой. Тайна куриц из мультфильма «Побег из курятника». Если вы посмотрели мультфильм «Побег из курятника» внимательно, то заметили одну странную особенность. У каждого персонажа есть какой-нибудь аксессуар на шее. Это может быть платок, ожерелье или шарф. И это далеко не просто так. Модели всех персонажей данного мультфильма вылеплены из пластилина, а крутить головой им приходится неоднократно. Поэтому, чтобы скрыть образовавшийся стык, аниматоры придумали трюк с украшением на шее. Тайна Коко, которую ты не заметил. В мультфильме «Тайна Коко» собрано сразу несколько интересных отсылок. Например, на главной улице мексиканского города можно заметить большие куклы. Это Базз Лайтер и ковбой Вуди из мультфильма «История игрушек». А сцена, где Мигель проходит мимо стола с игрушками, отсылает героям другого мультфильма. Здесь можно заметить китовую акулу по имени Судьба и рыбок Немо с Дори из мультфильма «В поисках Дори». Анонсы в «Зверополисе». Благодаря «Зверополису» внимательный зритель увидит сразу несколько анонсов будущих новинок от Disney. В одной из сцен нам демонстрируют целую коллекцию мультфильмов от студии, однако немножко измененных согласно правилам животного мира. Там можно заметить диски «Города героев», «Рапунцель» и «Моаны». Но самое интересное, что там есть и мультфильмы, которые только должны появиться на экране. Например, «Холодное сердце 2», которое выйдет в 2019 году, и «Великаны», премьера которых планировалась на 2018 год. Ставьте пальцы вверх, если вам было интересно это видео, подписывайтесь на Big Ideas, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, делитесь этим роликом со своими друзьями.